Всем хорошего дня, добро пожаловать на канал Орха Самара. Сегодня мы прогуляемся на Почту России, так как ко мне приехал заказ с Озона. Я заказала первый раз на Озоне фаленопсис из Азии. Вот эта посылочка, она пришла в довольно хорошем состоянии. Я покупаю орхидеи, привезенные из Голландии, в магазинах или у частных продавцов. Взрослые экземпляры, где видно цветение и видно, какой будет в дальнейшем орхидея. Из Азии у нас привозят в основном подростков, рассаду орхидейную в размере 1,7 дюймов, 2,5, 3,5 дюймов. И подростки не цветущие, то есть мы не видим, мутация есть, нет мутации, тот ли сорт или иной. Поэтому, покупая орхидеи по почте или у других частных продавцов, мы покупаем кота в мешке. Продавец хорошо упаковала посылку. Орхидея зафиксирована бумагой. В подарок был положен циркон. Это антистрессовый препарат. И вот сама орхидейка. Я заказала орхидею в размере 2,5 дюймов. Это размер стакана, но стакан должен соответствовать, конечно, размеру орхидеи. Для меня это волнительный момент, так как неизвестно, что там внутри. Я не азартный человек, лотерею мне не везет, фортуна со мной не дружит, поэтому результат может быть какой угодно. Это сорт Айсин Черри Бомб 228 Пилорик Туайс. Туайс — это пилоричность мутации бабочки. Орхидея от Микки Орхидс, от тайваньского садовника. Сорт не молодой, уже давно выращивается в Азии. Есть еще Черри Бомб ЕС, но это уже от другого садовника, и там цветочек крупнее и кружевнее. Я вставлю картинку от садовника, как должен выглядеть этот фаленопсис. Этот сорт — моя давняя мечта. Я очень люблю такие глубокие бордовые бархатные цвета, в тона в орхидеях. Ну что мы видим? Распаковочка завершена. И ура! Ко мне пришла живая орхидея. Вот такие ушки. Центральный лист в растущей фазе. Есть немножко лист сморщенный. Корешки все растущие. Нет гнилых корешков. Субстрат просушен, но не как сухарь. С шеей у орхидеи все в порядке. Но вообще хочу сказать, все здесь очень хорошо. Смотрите, есть срезанный цветонос. Значит, орхидея цвела. Теперь остается, как ко мне, увидеть, как ко мне повернется фортуна и расцветет ли он в той мутации, которую я жду. Так вот, бирочка от садовника. Ну, в общем, я довольная. Первый раз с Озона заказала, и очень хороший экземплярчик мне пришел. Но это все-таки не 1,7 дюйм, а 2,5. Это уже более-менее взрослое, здоровое растение. Оно крепче, чем рассада в размере 1,7. Азиатские садовники выращивают свои орхидеи в амхе, в отличие от Голландии. Но сейчас и Голландия начал привозить этот сорт Черри Бомб, уже взрослые. Я видела, есть в продаже. Никому не секрет, что Голландия закупает у азиатов рассаду и уже выращивает у себя и продает. Сейчас я буду отпаивать эту орхидею в небольшом количестве воды. Приготовила такую емкость. Не было у меня красивого стакана, вазона для этой орхидеи. В общем, будет так. Ну, где-то сантиметр замочила. Мох очень быстро впитывается и передает влагу наверх. Как поступлю я дальше? Я орхидеи сейчас не пересаживаю, не тормошу, ничего не удаляю. Я сниму этот пластиковый стакан и найду емкость более свободную и поставлю ее, зафиксировав. Так она у меня будет расти. Ничего я не нашла, кроме обрезанной пластиковой бутылки.
Вот таким образом я поставила орхидею. Это уже видео на следующий день. Тут она уже более-менее бодрее, чем по приходу, по приезду ко мне. Ну, вот такая красотка. Дальше вот уже видео через неделю. Корешки растут, растут хорошо им. Лист также подрос хорошо. Вот какой уже большой, красивый, блестящий. Осталось дело за малым, дождаться цветения. Это, конечно, будет интрига. Я всех благодарю. Всем до свидания.